получить гипноз за это, друзья, я правда. Очень скоро осенью будет мой новый альбом, уже 4-й сольный по счету. И песни с этого альбома я сейчас для вас спою, но прежде чем я спою, хочу еще сделать, еще сказать одну новость. Здесь много детей, самая реклама небольшая. Я думаю, что уже можно сейчас сказать, что 30 марта 2017 года состоится мой большой сольный концерт в Лисичком. Это будет абсолютно новое шоу, и до него еще достаточно много времени, сейчас уже можно об этом объявить. И мы будем готовиться к этому шоу. Я вас приглашаю, всех, каждого, приходите, увидите много чего интересного, полноценную программу, новую программу. Вот так что это будет за день моего 30-летия. Это так. Когда 30 марта 2013 года, я понимаю, что еще 2012, вы можете себе планировать, да? Короче, денежки, это... Спасибо моему фан-клубу, который вы здесь, я его слушаю. Желательно сказать, вот, да. Фан-клуб такие важные. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, ну что, я отдышался, и ребята отдышались, и вы отдышались для того, чтобы продолжить в совершенно другом уровне, на более высоком счете. Вы готовы? Да! Новая песня с нового альбома, которая называется...